посмотри какой. Только на фоне звезд и можно понять, насколько он быстро несется. Осталось. Ну, повезло. Все, ушел в посадку. Ой, как хорошо. Она не закружилась еще. От перелетов таких. Вот это я тоже хочу снять. Все, в этом дубле не хватает Сатурна, у которого вчера было противостояние. Цепляю, виноват. Ну, вот это лучшая резкость, лучше не будет, уже слишком грязный воздух. Еще немножко полетаем. Дабы снять Сатурн. И на том успокоиться. Ага, тут либо Сатурн, либо Юпитер. Пока так. Да, так все, что тебе у меня еще не бегал. Ну ладно. Во время съемок. Вон он, наш Сатурн. 1 миллиард. Триста сорок пять миллионов километров. Это не самое ближайшее расстояние. Да, более чем за год от Земли до Сатурна. И он на одной линии с Землей и Солнцем сейчас научным образом освещен для наблюдателя Земли. А это в данном случае я. Сейчас еще один дубль с него начать надо, иначе несправедливо. Самый хвост самого юбиляра. Так, отошел, жду, пока он поднимется сам. Буду ждать. О, не ждал. Толкнул маленько треногу, это сейчас уже ветер шатает. Треногу, кадр. Попробую сейчас резкостью поиграться, но... Сомневаюсь, что у нас все сюда. Лучше будет. Ну, чуть-чуть видно кольца. Ох, все, ребятки, сейчас буду еще один дубль снимать. 22 июля 2020 год. Харьков. МКС есть, Луна, месяц есть. 21.30 по Киеву. Юпитер есть. И даже Сатурн есть.